Хаешки, ребятки, с вами Алекс, продолжаем играть в Слизерио. Ничего нового, в принципе, у меня не случилось. Немножко остыл от прошлых каток. Потому что передышка нужна конкретная, ребят. Просто, не отходя от компьютера, в эту игру нельзя играть. Нельзя. Ваши просто мозги, ваша задница, все сгорит. Все сгорит, нервы особенно. Просто стараемся сейчас играть не агрессивно. Все. Никакой агрессии. Только. В принципе, вначале можно агрессировать. Вот потом. Потом никакой агрессии не должно быть. Козел. Испугал меня. Потому что хотя бы 1003 должен набрать. 1003, а потом уже буду, да, играть именно без агрессии, без всего. Блин, ух ты ж какой. Ух ты ж какой. Улетел, улетел нас всех. Своих. Эй, куда ты? Я умер. Ну, потому что, блин, контроль у меня нулевой. Не могу, не могу законтролировать ничего. Не знаю почему. Не знаю, с чем связано. Вроде бы и места достаточно для того, чтобы маневрировать. Но я имею в виду, мышку можно спокойно. Коврик большой, можно спокойно передвигать. И без проблем, то есть не должно быть никаких проблем. А у меня все равно какие-то проблемы возникают. Сразу же извиняюсь за то, что ругаюсь в некоторых роликах. Не знаю, может быть, начать писать 18+ в роликах, в которых я ругаюсь. Без понятия. Ну, блин, в принципе, этих роликов что-то дофига, на самом деле. Потому что почти в каждом ролике я могу ругануться. Скотина, нифига себе. Вот это игрок, вот это я понимаю. Он мне не нравится, но сыграл он хорошо. Розовая вкусняшка. Чё это он не подобрал? Его не подобрал. Воу-воу-воу. Эй, куда? Это мое. Сколько можно меня убивать? Вы сговорились или что? Хочу играть без агрессии, но для того, чтобы играть без агрессии, нужна хоть какая-то, так скажем, основа. Без основы как мы будем играть? Для чего? Здесь фиг. Фиг его, блин, поймаешь. Ладно. Но все-таки я поймал его. И его поймал. Но смысл. Все равно мы не особо большим стали. Просто играть без агрессии, я считаю. Спасибо. На больших левелах, то есть на большом. С большими очками, большим количеством очков. Это, в принципе, нормально. То есть, если я буду просто существовать долгое время, не просто вокруг себя бегать. Но здесь могут быть еще такая проблема, что захватить меня смогут. То есть не нужно будет, когда я буду большим, это пытаться захватить какие-то эссенции. Я считаю, что это неправильно. Вот с моей стороны будет играть. Просто существовать. Просто не дать себя схватить, не дать умереть себе, не дать возможности кому-то убить вас. Посмотрим, выйдет, не выйдет. Гигантских червяков дофига. На эссенции нифига. Обратно возвращаемся. Ну, блин, тут уже все за нас ели. Ну, нормально, нормально.
я все-таки его поборол. Что, что ты делаешь? Психованный какой-то. А вот я съем ее. Надо ближе к центру идти и там уже держать оборону. О, у нас почти 3000. Как раз таки о том, то, о чем я и говорил. Так, этого мы взяли. Было очень вкусно. Но не так вкусно, как вот это, если бы мы взяли это. О, полегче. Вот, видите, он пошел за этими эссенциями и умер. А вот мне сейчас повезло, что я не умер. По сути, должен был. Но что-то помешало мне умереть. Нифига, да, он был такой маленький, видели, да? И все равно за него дали много эссенций, потому что он, видимо, съел какое-то количество их и еще не успел вырасти. Передвигаться в таком стиле. Рядом с этим, чтобы сразу захавать все его добро. Если он умрет, конечно же. Ну, он умрет, не умрет, я не знаю. Кто-то ты должен умереть, правильно? Вот Роза умер. Нужно осторожно вот так двигаться. Никому не мешая. Все равно тяжело, тяжело. Хочешь съесть нас вот этот большой пацан? Надеваться-то некуда, да, дружище? Хотел меня съесть. Попал в ловушку все-таки. Просто существуем. 5000 у нас есть. Возьми, случайно задел провод от наушников. Извиняюсь, ребят. Надеюсь, меня отлично слышно. И надеюсь, то, что это не было для вас страшным каким-то этим звуком. Блин, даже как-то неудобно после этого, ребят, извиняюсь. Извиняюсь перед вами. Ладно, идем. Ну, точнее, существуем. Существуем, никуда не идем. Мы находимся в хорошем месте, где можно хорошо жить. Не тужить. Сюда он сразу быстро не повернет. О, ничего себе. И вот еще немножко эссенций. Мы даже не в топе. Мы даже не в топе. 13 тысяч. Тот парень хочет меня съесть. Получится ли у него это? Я, к сожалению, не знаю. Или к счастью. Хаваем все возможные эссенции. Вот 10-е место. Все-таки мне дали 10-е место за то, что я тут делаю. Ладно. Фух.
Живой, здоровый, по крайней мере. Сейчас, блядь! Дерьмо, санное, вот дерьмо, не могу. Все за... блин, ну сказал же себе сам. Сам же говорил, не надо, бля. Лезь. Полезли на рожон, и все. Ну это обезьяна санная, не могу ее убить. Тяжело, 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 тяжело. Ух ты, еще есть. Гнида. Тупая гнида. Не нажимается эта кнопка. Я сейчас найду, блин, имейл разработчиков и напишу то, что они козлы. Честное слово. Зачем они испытывают мое терпение? Зачем эту кнопку? Я мышку быстрее сломаю, чем эту кнопку. Эта кнопка нажмется. Вот, неплохо. Много эссенций, много возможностей. Сейчас кто-то из этих больших умрет, вот этот вот. Еще один умер. Видите, в погоне за эссенциями все на все готово. Просто врезаются во всех. Все, 5000 у меня, 6000 целых. Ты можешь жить и не тужить. Семь тысяч двести, ёкарный бабай. Блин. Золотая жила у него, золотая. Ладно. Лучше бы он пытался меня убить, а не схватить этих, побольше этих эссенций. Странные приоритеты ставят, опять же. Вроде говорил про приоритеты недавно. В какой-то из серий. 11 тысяч на 10 месте. В принципе, неплохо, но нехорошо. Живу и не тужу. Я живу и не тужу. Инсенс, почему никто не подбирает? Почему он мимо? Я даже уже не на 10 месте. Ну ничего, скоро кто-нибудь умрет, наверное. Ёбаный в рот. Вот я и умер, блядь. Вот я и умер. Сколько, блядь, можно, нахуй? Не могу. Последний раз. Вот если за эту серию я играю сейчас. Мои нервы уже просто на пределе. Нет, не считается. Это можно даже считать, сколько раз я смогу нажать на эту долбанную кнопку до того, как я ее нажму все-таки. Что? Почему? Ёбкарный бабай. Слишком маленький хвост у меня, слишком маленький хвост. Были бы побольше размера, я бы убил его. Все. 380. Просто плюнуть тебе в лицо мало. Это не было последний раз, но теперь последний раз, 100%.
Бэнк. Не, не пошел все-таки. Жалко. Ну, в принципе, что жалко? Жалко меня должно быть. Сколько мучений я уже, блин, прошел. Ради того, чтобы попасть в этот самый топ. Дело даже в том, что я был там уже несколько раз. Все эти разы я не записывал. Козел. Ой. Можно еще полетать, поискать цели, пока я не сдохну, конечно, не врежусь какому-малька мелкого говнюка. Опа, Микота напала на Федота. Эх, и вот это вот можно вот так вот. Сука! Да ну нахер! Я просто в ахуе! Всем спасибо за просмотр, с вами был Лекс, у меня бомбит, и всем добра!